Около 60 килограммов осетровых обнаружили при досмотре легкового автомобиля сотрудники отдела внутренних дел ТРАУ. В этот же день инспекторы Урало-Каспийской межобластной бассейновой инспекции выявили тайник с рыбой. Он находился в одном из рыболовецких кооперативов. Таким образом, рыбаки решили обойти закон, ведь они должны сдавать всех попавших в сети осетров на осетроводный завод. Их из тайника извлекли около 10 килограммов ценной рыбы и 2 килограмма черной икры. К слову, на сегодняшний день цена 1 килограмма икры на черном рынке доходит до 250 тысяч тенге. Рыба попала в сети одного из природопользователей. Скорее всего, жадность взяла верх, и рыбаки решили скрыть этот факт от руководства. Оформленные материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру. В ходе следующих рейдов особое внимание будем обращать на подобные возможные тайники.